Так, ребята, всем привет, с вами канал А24, и сегодня мы посмотрим легенду, как и пишет, легенда СССР. Это у нас мост 504 и 515. Прежде чем будете его скачивать, ребята, я скажу так, ну, прежде, у меня он скачивал, в принципе, минут, наверное, 10, скорее всего, может быть, 10-5. Потому что это пак, и походу что-то прям сверхъестественное там в нем. Но очень интересно. Мы посмотрим. То, в принципе, можно и две сразу посмотреть. Ну, давайте посмотрим, в принципе, две. Помним с удовольствием. Так и на таком красавце особенно используется, знаете, есть такой был... ну, игра как 18 колес, да? Ну, только было сделано в виде России. Ну так скажем, 18 остальных колес, перевозка по России, по-моему, называется. Так вот, начало вы играете прям за вот этот маз. И, соответственно, там уже дальше. Ну, минус этой игры 18 остальных колес, перевозка России в том, что она, во-первых, была, бывало, вылетала. Это, соответственно, это уже было мною даже проверено, так скажу, когда еще раньше играл. Ну, давайте, ладно, посмотрим, что у нас из всего на этого представляет. Дальше, по кабине. У нас здесь три кабины. Типа люкса. Ага. Ага. Я понял, давайте мы возьмем все-таки и посмотрим тот и тот потом. Ладно, по шасси у нас 4х2, по двигателям здесь у нас МЗ 180, 240, 300, 330. По двигателям 5 передач, по интерьеру. Ух ты, едицкий ты бог. Вот это интерьер, конечно, я понимаю. Вот это, конечно, классный интерьерчик. Приборка, просто панелька, класс. Сразу вот это, конечно, вот тут немножко, походу, сэкономили в плане всего этого, то, что здесь картонка стоит. Ну, к сожалению, она видно сразу, то, что здесь, к сожалению, здесь картонка. А здесь по приборке вообще базара ноль, я скажу так, базара ноль. Четко, классно просто, приборка вообще прям топчик. А, ковры вообще классно, все сделано прям идеально. Что касается, давайте люкса, что у нас из люкса? Здесь у нас уже добавлен GPS, раз, и дерево, с дерева, так сказать, и, соответственно, вот такая у нас красота. О-о-о, под кожу все дела там, ничего себе. Ну, давайте возьмем вот это. Блин, вот это, конечно, очень удивительно, то, что оно сразу на руля бросается очень сильно бросается. Что касается по покраски, здесь используется много таких скинов, которых мы можем использовать, в принципе, почему бы и нет. Это Аэрофлот, это СССР, это Мазай, Монстерс, МСИ, Террор какой-то, обычные покраски, которые используются, и либо Делка, понятное дело, да, транспортная компания наша. Влад Транс, Украина, Автотрак Транс, Автотрейдинг, Байк Транс, Байкал Сервис, Белта, Мож Сервис, господи, какие только язык сломать можно, НТК, Украина ПЭК, Софт Транс Авто, господи, один, Сил Транс, 100 ветров, ТС, Энергия и, соответственно, Металлик можно выбрать. Ой-ой-ой, давайте мы вот это... Блин, это жесть, это реально жесть. Жесть просто, реально жесть. Что касается у нас по... По аксессуарам. Достаточно, в принципе, здесь в целом все понятно. На бампере мы можем поменять... Кенгуретник поставить, ну, в виде месье Бибидум. Это очень месье этого Бибидуна. Очень любит Скания. Это нормально. Вот, и либо просто мы можем освещение какое-то добавить. Окей, хорошо, внутри что мы... Это у нас проблесковые маяки, здесь я так понял, что таблички можем добавить, если хотим, если не хотим, то уберем. И, в принципе, все, да? А, и брызговики, пожалуйста, на цвет и вкус. Здесь что? Брызговики также все это меняется у нас без всяких проблем. Окей, тут то, что выхлопная труба, если нет, то нет, если есть, хотите. А, стоп, что у нас по колесам? У нас есть, кстати, очень много. Кразовские мы можем использовать.
Какие-то алюминиевый колор, в цвет даже, ё-моё, в хром. Либо мазовский 515, либо 515 белый, либо 5429, вот такие. То есть на цвет вообще просто жесть, конечно. Внутри руль меняется, да, либо такой, либо такой. Здесь что у нас понятно, здесь у нас три точечки мы можем добавить на приборной панели, что все, что хотим. Кстати, у меня звук записывается. Да, записывается. Ребят, а то я разговариваю, может, звука не... Нет, я то хрен узнает. Так, пожалуйста, без всяких проблем все это добавляется. Здесь что на лобовухе мы можем повесить вымпела. Вот, пожалуйста, на цвет и вкус. И, соответственно, сверху что у нас? Спойлер. Маленький окрашен, то есть на цвет и вкус. Занавески, пожалуйста. И плюс висячие предметы тоже все это у нас есть. Посадить кого можем? К сожалению, не прописанной, потому что данный мод, походу, выходил под 1.38. Его просто переобновили и так сделали, что под 1.43. Ну, класс. На самом деле, очень классно. Ладно. Мы обязательно посмотрим тот и тот, что он из себя будет представлять. Очень интересно. Вот. И, соответственно, вот такие вот у нас пироги. Давайте посмотрим. Очень, на самом деле, классно. Я очень, честно, удивлен, что у нас такой красавец есть. И, блин, класс. На самом деле, классно. Очень классно. Просто, я честно скажу, не ожидал. То, что его вообще его обновили, что его даже вспомнить такому. Слушаем звук. Так, обычно, в принципе. Стоп. Стоп-сигнал у нас. Нема. Бортовой компьютер, я так понял, да? Да, окей, хорошо. Передачи переключаются. Все, хорошо. Так, что у нас? Поворотники. Есть, хорошо. Анимация света. Есть, хорошо. Стеклышко есть у нас все. Без всяких причин все у нас. А что у нас? Ну, с это работает. Это работает. Стекло. А у нас другое стекло не работает. Смотрите. Видите? У нас другое, кстати, не работает. Вот это, получается, с водительского, где мы, вот работает это именно то, нет, с пассажирского нет, к сожалению. Почему, не знаю. Так, окей, дворники у нас. Но анимации нету дворников. Звуковой сигнал. Обычный дафовский, наверное, скорее всего. Поехали, прокатимся. Очень, на самом деле, очень интересно. Чё? А, стоп, сигнал стоит. Ой, какой короткий. Вообще жестко. Что там, ё-моё. Чуть педаль не ломаю. Ну, на самом деле, я, честно скажу, не знаю, что сказать вообще. Ой-ой-ой, какой же короткий передачи тогда. 5 передач, ребят, всего лишь. Ну, пока разгонимся, можно, конечно, на нем прокатиться чисто в конвой по приколу. Но я не знаю даже, на самом деле, как. Давайте мы сейчас посмотрим его, если у нас его сцепочка. Потому что я чувствую, это будет, конечно, прикольно, если не будет ее. Но я думаю, что она будет. Да что ты мне педали? Кто туда, кто туда ешь? Стой. Не пойму. Ой, извиняюсь. Так, сцепочку берем. Сцепочку, сцепочка. Берем трейлер, смотрим, если у нас все нормально, все хорошо, без всяких проблем. Ай, ребята, поехали. Я забыл, ешь у меня. Ну, давайте развернемся. А хотя зачем? Поедем за прицепом. Я забываю, ребятушки, забываю, что у меня нету этого. Я забываю, что специально себе маленькую купил. Кстати, ребят, пока едем, обидно то, что которую клавиатуру купил, она, к сожалению, немножко подешевела. Капец обидно, прям реально обидно. Подешевела и прям, ну, блин, с моей стороны очень было обидно. Ну ладно, уже купили, какая разница. Ладно, сюда. Так, вот у нас наш пресеп.
Не, на Nespresso. Давайте мы его возьмем сразу. И посмотрим, есть ли у нас цепочка. Ну, блин, на самом деле, я скажу вам, прикольный модик. Может, ребят, вам покажется, что не очень сильно, но мне нравится. Так, стопы. Так. Да, есть цепочка, все, без всяких проблем. Без всяких проблем. Окей, хорошо, давайте мы теперь что сделаем? Мы теперь посмотрим масс, другой масс, 500, как там, господи, его? 515. 515, посмотрим, что он теперь у нас, красавчик этот, может. Так, а тут у нас, в принципе, то же самое, люксовский, да, то есть, соответственно, без всяких проблем, все это у нас то же самое, окей. По шасси, понятно, 6х4, по двигателям здесь у нас МЗ-300-330, по двигателям. А здесь уже, видите, по двигателям 10, либо 8 передач. Ну, тут понятное дело, здесь уже 6, у нас, так сказать, уже по 6х4 идет. Тут у нас ничего не изменилось. Соответственно, здесь все однотипные у нас покраски, пожалуйста. То же самое все. Ничего такого у нас не меняется. И, соответственно, то же самое здесь есть. Как есть, так есть. Хорошо, принимаем и смотрим. Я не буду ставить его, ребят, на какую-то на десятку там и так далее. Поедем. Так. Язык сломать. Короче, поедем так. Посмотрим сейчас его. Что он из себя представляет. Что, сразу прицепим? Да. Скорее всего, мы... Давайте мы сразу его и прицепим, посмотрим. Ребят, я понимаю, что, возможно, будет где-то очень долгий видос. Я не знаю, сколько будет идти он. Но как для фаната ЕТС-ки это однозначно очень интересно. Да, есть, пожалуйста, без всяких проблем. Все, у нас цепочка есть. Слушайте, а здесь звук прикольный. Ну а шо ты? Привык, что на пятую сразу. Здесь реально звук другой уже. Ну, прикольно, прикольно, я вам скажу. Все то же самое, как бы такого, ничего такого прям сверхъестественного нету. Ну, без шуток, на самом деле, я рад. Я очень рад, то, что вернули такой масс. Может быть, для тех, кто хочет его в 1.43, очень сильно ждал его, то, пожалуйста, ребятушки, скачивайте. И он уже есть у нас под 1.43. Знаю то, что да, он выходил под 1.38, и тут его уже обновили, пожалуйста, без всяких проблем. Короче, ребят, у нас такой мазик, скажу, топчик, и покататься на таком красавце, почему бы и нет. С вами канал 24, всех любит, целую, увидимся на видосах и стримах, постараюсь сегодня еще что-нибудь для вас снять.